Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Темой сегодняшнего видео станет Ripple. Есть у вас такой товарищ в портфеле? Мы обсудим некоторые шикарные новости, перспективные сотрудничества и, конечно же, прогнозы на XRP. Куда же без них? Поехали! Начнем с того, что Vice Ratings – это очень уважаемое рейтинговое агентство. Их аналитики уверены, что XRP имеет конкурентное преимущество перед другими криптовалютами в трансграничных платежах. XRP – ведущая криптовалюта в трансграничных платежах, является лидером этой отрасли. Ripple позволяет совершать платежи в считанные секунды, что привлекает банки и другие финансовые учреждения по всему миру. Таким образом, Vice Ratings – мировой лидер в области финансового анализа, признал роль Ripple в облегчении платежей. На своей странице в Твиттере представители агентства пишут, что XRP стремится изменить понимание трансграничных платежей. Ведь с его помощью транзакции могут рассчитываться в течение нескольких секунд. А это очень важно для частных инвесторов и для институциональных. Мы считаем, что консенсус Ripple дает ему преимущество перед другими в этой области. Возможно, успехи Ripple в 2018 году обеспечили XRP второе место после биткоина. При этом эфириуму пришлось сместиться на третью строчку. А XRapid, основной продукт Ripple, получил широкое распространение после своего запуска в начале прошлого года. Аналитики Vice Ratings и вовсе считают, что XRP обойдет и биткоин в ближайшие годы. Они мотивируют это тем, что платежные системы несут для общества больше ценности, чем средства сохранения стоимости. Правда, их аргументация была жестко раскритикована сообществом. Например, один из пользователей напомнил, что капитализация золота больше, чем капитализация всех существующих платежек. Прелесть Ripple заключается еще и в том, что им действительно пользуются как люди, так и банки. Например, уже в начале этого года более миллиарда XRP были перечислены одним платежом. А это, ребята, почти 400 миллионов долларов на момент транзакции. Забавно, что комиссионные за эту транзакцию составили всего 5 десятитысячных Ripple, что, согласитесь, очень мало для такой огромной транзакции. А если вы хотите купить или продать Ripple, почему бы не сделать это с помощью нашего мониторинга обменников? Широкий выбор обменников криптовалют, выгодный кэшбэк и отзывчивая поддержка всегда к вашим услугам. exchangesumo.com, ссылка будет в описании. Это, кстати, мой мониторинг обменников. Говоря о перспективах Ripple, агентство Vice Ratings также ожидают большое будущее для этой криптовалюты в связи с распространением платежных решений на базе Ripple. Правда, для этого придется немного потеснить серьезного конкурента SWIFT. Если XRP удастся это хотя бы частично, то он имеет большие шансы стать первой криптовалютой. Кстати говоря, распространению платежных решений помогают и партнерства. На данный момент Ripple имеет аж 200 партнеров. Но важно понимать, что партнеры Ripple не обязаны пользоваться их токеном. Но даже те, кто отказался от токена XRP, все равно могут использовать трансграничные платежные решения на блокчейне Ripple. Одним из недавних партнеров Ripple стала одна из крупнейших в мире систем денежных переводов – MoneyGram, которая, между прочим, будет использовать токены XRP в своих процессах. Благодаря этому партнерству MoneyGram сможет решить проблему ликвидности, с которой традиционно сталкивается большинство финансовых институтов. Кроме этого, английский банк Euro-Exim Bank совместно с платежными компаниями JNFX, SendFriend, TransPayGo и FTCS планирует начать использовать токен XRP для совершения трансграничных платежей. Кстати, насчет Euro-Exim Bank, эти товарищи решили использовать XRapid после того, как одна из транзакций банка с помощью SWIFT просто исчезла, а средства потерялись, ребята. Представители банка настаивают на том, что старые технологии требуют изменений. А теперь время прогнозов. Сразу говорю, что это не мои прогнозы. Какие-то из них весьма сдержаны, какие-то осмысленные, а иные просто смешные. Потенциальный рост цены XRP. XRapid должен контролировать 5% глобальных платежей, чтобы токен Ripple вырос на 500%.
Рынок трансграничных платежей вырастет до 2 триллионов долларов уже спустя год, а еще через 5 лет он будет достигать 5 триллионов долларов. Всего 5 дней назад представители проекта Smart Ethereum высказали свой очень смелый прогноз. XRP может достичь 1000 долларов за монету всего через несколько лет. При этом в мае 2019 года токен будет оцениваться в 30 долларов, а к концу 2019 – 10-15 баксов. Это действительно очень смелый прогноз. Я еще раз напоминаю, что не стоит руководствоваться этими прогнозами для своих финансовых решений. А тем временем руководители банковских дел Ripple и Swift встретятся лицом к лицу на конференции в Германии, чтобы обсудить будущее трансграничных платежей. Ожидаем жарких дебатов. А что вы думаете насчет Ripple? Каким видите его курс в 2019 году? Пишите в комментариях. А также не забывайте ставить лайки, это очень мотивирует на создание новых видео. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. Меня зовут Богатейший Ди, скоро увидимся.